А теперь интересная информация о том, как небольшой, но древний город Тверской области удостоился чести быть увековеченным в металле, а именно на памятной монете. Ее в рамках серии «Древние города России» выпустил в обращение Центробанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На оборотной стороне расположены рельефные изображения герба и фрагмента панорама города. На кольце по окружности имеются рельефные надписи. Вверху – древние города России, внизу – торопец. Тираж 1 миллион штук. Центробанке напоминают, что эта памятная монета является законным средством наличного платежа и обязательно к приему по номиналу без ограничений.